Сейчас я захожу в Дебрецен Плаза. Это такое. Сейчас полажу тут. Магазины, одежды различные тут. Тут тоже так, фэшн. Тут тетради, книги. Это что, ДА магазин? Как тут красиво. Так, что-то детки. А, такие паровозики. Очень так все шикарно. А здесь уже вот так оно в здании все находится. Здесь еще на второй этаж поднимусь, залезу, а там еще полажу немного. Теперь еще обойду здесь тогда. Ты уже на втором этаже. Denver Go магазин. Одежды Лира Мура. Это книги. Вот как раз. Отсюда видно как. Вот деревья тоже тут. Фукет спа, тайский массаж. Короче, это кустарники. Вот такой. Конечно, в Будапеште намного больше торговые комплексы, но... Вот он, Дебрецен Плаза написано. Это уже тут Cinema City, тут тоже есть, как и в Будапеште, кинотеатр. Вот такое у нас все отсюда видно. Также тут все, тут кафе-бары различные, тут все, короче. Тут спортзал, а тут различные эти забегаловки, где можно покушать. Но, в принципе, сейчас не голодная, я же на вокзале покушал уже. Ну, тут все, оно красиво очень. Такое шикарное место. Очень. Вот Макдональдс, Пицца Хат рядом. Как раз. Вот все, короче, различные вкусняшки тут тоже продаются. Пина Динер, да? Все, конечно, здесь шикарно. Решил сегодня поиграть в боулинг тут в Дебрецене. Зашел, заплатил 6700 форинтов за час. И сейчас буду играть в боулинг. Сейчас это шарик кину. Как раз. И посмотрю, как оно тут. А, пока не пошло, да? Нет, надо сильнее кидать шарик, короче. Это тяжело, сильно для меня.
атакам, да? Number two. So I film it for you. You... Where? Играл я в боулинг, теперь можно попить пиво. Очень была увлекательная игра, классная. Пока. Вот дорожки для боулинга как раз.